Что может быть лучше клубники? Я вам, друзья, скажу, а точнее даже покажу. Лучше клубники может быть только 1500 рублей, которые вы, собирая ее, заработали. И да, абсолютно любой из вас может заработать 1000, 3000, да хоть 5000 рублей в таком боте под названием Strawberry Clicker. Ну а тем, кто хочет узнать, как в этом боте получать по 500 рублей за обычный клик, советую досмотреть видос до конца, потому что именно там я вам расскажу, как это сделать. И да, друзья, по поводу дохода, это не просто слова, в этом боте уже огромное количество людей зарабатывают реально хорошие суммы. Смотрите, вот кто-то вывел 300 рублей, кто-то еще 300, дальше 50 рублей, дальше на нахрен 4, 200 и так далее, еще 200 рублей. И все эти люди присылают сюда скрины с выводом, кто-то просто, чтобы похвастаться, будем честны, а кто-то, друзья, за это еще и дополнительные деньги получают, но про это вам чуточку позже расскажу. А я, друзья, сам с этого бота уже вывел около 20 000 рублей, и, наверное, вы меня спросите, эй, а какого хрена ты нам про него не рассказывал? Но на самом деле не переживайте, рассказывал. Этот бот раньше назывался WoodClicker, здесь вам надо было рубить деревья и за это получать деньги. Надеюсь, вы помните. Ну а теперь мы здесь собираем клубнику и также получаем доход. Да, тот самый бот, друзья, переименовался, обновился, и сейчас я покажу, как я здесь уже за каждый клик получаю по 0,5 рубля. А потом узнаете, как я за тот же клик буду получать уже по рублю. Погнали! Итак, здесь мы просто, друзья, нажимаем собрать клубнику, и за каждый клик получаем определенное количество таких вот клубничек себе на баланс. Я, как видите, вот, получаю 4790 клубник за каждый клик. Потом мы эту клубнику обмениваем на реальные деньги и выводим. Курс клубники, 10 тысяч таких штучек, это 1 рубль. Я же напоминаю, друзья, что получаю 4790 клубник. То есть, друзья, это считайте практически 0,5 рубля. То есть вот, раз, клик сделали, дальше, второй клик делаем, и все. Мы, считайте, уже 1 рубль заработали. И таким образом, друзья, можно кликать абсолютно бесконечно. За 200 кликов я в таком случае уже заработаю 100 рублей. За 1000 кликов я уже получу 500 рублей. А сами понимаете, эти же 1000 кликов можно сделать, ну там, за 1-2 часа. То есть просто, друзья, посидели, покликали, пока смотрите, там, не знаю, телевизор, ютубчик, и вот уже 500 рублей заработали. Но, друзья, я хочу эту оплату здесь прокачать до 1 рубля за клик, и это будет просто безумие. И да, здесь, друзья, можно прокачивать оплату, приобретать вот такие вот различные улучшения. Конечно же, их можно покупать за ваши, за реальные деньги и за те деньги, которые вы здесь сами заработали, допустим, тупо кликая или используя другие бонусы для заработка без вложений. И как я говорил, друзья, здесь уже сегодня, буквально за минуту, можно начать получать до 500 рублей за каждый клик, не покупая эти улучшения, но про это чуть позже. Так что, друзья, чем больше у вас вот таких вот улучшений, тем больше оплата. И сейчас я хочу улучшить свою оплату за свои деньги, то есть пополнившись. Потому что я, друзья, зарабатываю в этом боте и вывожу уже давно, и буду продолжать еще делать это долго. А также я вам, друзья, покажу все способы заработка без вложений, которых здесь стало реально много. Итак, смотрите, у меня на балансе есть сейчас 13 миллионов клубничек, которые я заработал за вчера и, ну, немножечко за сегодня. Это получается 1300 рублей. И эти деньги, друзья, я прямо сейчас могу обменять на баланс для покупок и на них закупиться этими улучшениями. Но могу также обменять их на баланс для вывода и вывести. И, конечно же, именно это мы сегодня и сделаем. Поэтому, друзья, предлагаю купить улучшения именно с тех денег, которые я сам сегодня пополню, а эти оставим для вывода. Я хочу, друзья, купить вот это вот улучшение за 1000 рублей, которое даст плюс 200 клубничек к моему клику. И как раз-таки я после этого буду зарабатывать ровно 0,5 рубля за клик. Это улучшение, если посчитать, окупится в моем случае приблизительно где-то за 2000 кликов, так что это супер быстро. Это практически незаметно. Итак, пополняемся, жмем пополнить. Можно пополниться через платежку Кексик, Юмани, сервис быстрых платежей или Киви. Я это сделаю через Киви. Вводим сумму пополнения 1000. Нам выдается Киви карта, на нее переводим 1000. Возвращаемся в бот и нажимаем проверить. Вот, залетаем в Киви, нажимаем перевод на карту. Дальше сюда вставляем номер этой карты и переводим ровно 1000 рублей. Это все абсолютно без комиссии и максимально быстро. Все, я оплату совершил. Немножечко, буквально 2-3 минутки ждем и нажимаем проверить платеж. И все, пополнение у меня прошло успешно. И, соответственно, мы, друзья, можем взять и прокачать нашу оплату. Давайте это сделаем, нажимаем приобрести, ждем. Все, друзья, теперь я за клик реально получаю 5000 клубничек. И, кстати, друзья, здесь появилось нововведение, что теперь вам выдают кэшбэк 1% с каждого вашего пополнения на ваш баланс на покупки
И на эти деньги вы снова можете закупаться на халяву улучшениями. Но, друзья, этот кэшбэк капает вам спустя 24 часа. Вот видите, кэшбэк в ожидании у меня 10 рублей. Соответственно, завтра я их уже получу и смогу снова прокачать свой клик на халяву. Блин, друзья, знаете вы ли где-нибудь еще место, где вам платят по 0,5 рубля за клик? Лично я нет, друзья, думаю, вы тоже, поэтому ставьте ролику лайк, ну и показываю, как зарабатывать здесь без вложений. И первое, как обычно, можно просто подписаться на группу ВК этого бота, и вы сразу же получите 5 рублей на баланс. Я это уже очень давно сделал. Также, друзья, за репост абсолютно любой записи в этой группе вы получите еще 2 рубля на баланс для покупок. Кстати, вот смотрите, в этом посте видно, что участник, друзья, вывел 500 рублей, опубликовал об этом отзыв со скриншотом и получил кэшбэк 40 рублей на баланс. Я уже, друзья, вам говорил, что люди, которые вот во вкладке отзывы публикуют скрины с выводом, делают это не просто так, а чтобы дополнительно заработать и получить очень крупный жирный кэшбэк. Ну а вот, друзья, самое прибыльное, что вам я еще не показывал, это задание в чате этого бота, который находится вот здесь в закрепленном комментарии. Надо, смотрите, подписаться на 3 вот этих паблика и в третий обязательно написать любое сообщение в личные сообщения. А также надо подписаться на телеграм-канал этого бота. Тут вон видно, практически каждый день публикуют всякие халявные денежные промокоды и прочее. И после этого, друзья, делаем скриншоты, где видно, что вы выполнили все эти условия, везде подписались, и скидываем их вот сюда, в техподдержку, и за это, друзья, получаем еще 10 рублей. А сами понимаете, за 10 рублей уже можно купить нормальную такую прокачку за клик. Также здесь есть, друзья, ежедневный бонус, так что не забывайте его собирать. Ну и, конечно же, друзья, я для вас выбил промокод. Он выглядит вот так, вы просто его вот сюда вводите, и, друзья, на ближайшие 500 кликов ваш клик удваивается в 2 раза. У этого промокода, друзья, 500 активаций, так что первые счастливчиков, кто были подписаны на мой канал и кликнули на колокольчик, чтобы получать уведомления, естественно, успеют забрать эту халяву. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить бонусы в следующий раз, а этот промокод из сегодняшнего видео будет в закрепленном комментарии, как и ссылка на бота. Ну а теперь переходим к сладкому. Как всего за один клик получить 500 рублей? Здесь есть вот такой вот денежный киви-кран. Здесь можно за один клик реально раз в сутки получать от 1 рубля до 500, как повезет, и это все, друзья, бесплатно. Но, чтобы пользоваться этим краном, вам необходимо иметь премиум подписку. Подписка, например, вот самая минимальная на 3 дня стоит всего 69 рублей. Заработать их здесь можно прямо вот в боте, абсолютно без вложений, и затем вот здесь во вкладке кошелек обменять заработанные деньги на баланс для покупок и оплатить подписку. Ну или же опять купить это все за свои деньги, как я уже показал. Так что, друзья, с этой премиум подпиской можно реально окупиться за один клик, а возможно окупить там сразу 10 подписок наперед. Ну а теперь давайте выводить то, что я сам здесь заработал. В среднем каждый день я зарабатываю в среднем, ну там по 500, по 600, по 400 рублей, когда как. Но за последние 2 дня специально перед выпуском поднапрягся, заработал вот 13 миллионов клубничек, вы все видите. Это примерно 1300 рублей, так что, друзья, давайте обменяем эту клубничку на баланс для вывода. Вот, можно на покупке, мы обмениваем вот так вот для вывода. Так, что я не могу попасть. Все, мы обменялись, 1385 рублей получили. Ну и давайте эти денежки, соответственно, будем выводить. Снова нажимаем кошелек, смотрим, 1300 рублей есть на выплату. Супер, выводят деньги на Киви, на СБП, то есть сервис быстрых платежей, на Тинькофф, на Сбербанк, Альфа-банк, куда угодно, и на Юмани. Я буду выводить денежки, давайте, на Киви. Дальше указываем номер Киви кошелечка. Все, выплата создана, так что, друзья, ожидаем. И, кстати, чуть не забыл, друзья, когда вы собираете клубнику, то за каждый клик у вас сохнет по 1 единице грядок. А всего у вас 100 единиц таких грядок, и чтобы их подливать, просто вот нажимаем «Полить», и за каждый такой клик восстанавливается 0,5 единичек грядок. Вот видите, одну я уже восстановил. Так что не забываем поливать грядки. Ну и все, друзья, часик прошел. Вот уже ближе к 9 вечера. Я получил 1385 рублей на свой Киви кошелек. Все без комиссии. Круто. А также обязательно посмотрите видео, друзья, где я вам показал сразу 3 свеженьких приложения, которые стабильно и очень долго уже платят и приносят от 100 до 1000 рублей в сутки. Пока.